Какое неожиданное предложение. Я думал, вы у семейного очага празднуете возвращение будущего мужа. То, что я не понял, это, так сказать, деловая встреча, Миша. Ах, деловая. Кушай, кушай, хорошо. Хорошо. Хочешь, я поеду? Хорошо, спасибо. Алинай! Хорошо. Я хотел сам поговорить с вами. Вася. Кушай, кушай. Кушай, мальчик. Подождите, подождите. Он уже взрослый.